Maybe I was sleeping, I see you. Всем привет, с вами снова Элина. И сегодня я хочу вам рассказать о своих покупках. Если вам это интересно, то тогда оставайтесь со мной. Во-первых, я совершенно не планирую, купила вот такую вот косметичку замечательную. На самом деле, меня сподвигло на эту покупку то, что она была на распродаже, стоила всего 5 евро. Представляете, это просто очень дешево за такую классную косметичку. Она больше, чем моя обычная косметичка. И мне не хватало места для всей моей косметики, поэтому я решила, что пора купить что-то побольше. И, собственно, вот она мне попалась на глаза. Она очень классная, удобная. Там есть зеркальце. Просто вообще нереально круто. Я купила ее в Праймерке, поэтому если у вас есть возможность туда сходить, быстрее бегите, пока еще распродажи не закончились и косметички не закончились, покупайте. Следующее, что я купила, это вот такие подвесочки, которые я называю «Капитан Очевидность», потому что на них написано «Пятница и суббота». Это все. Я не знаю, я долго ходила около них, и вообще я любитель большой бижутерии, всякой разной украшений, но я их увидела, и почему-то мне это понравилось. Может, потому что я блондинка и не люблю ничего усложнять. И, в общем, я их купила. Еще одна моя очень крутая покупка, которой я нереально рада, это вот такое вот украшение. Кажется, оно даже сюда подойдет, возможно. Может быть и нет. Но очень красивое. Как я только что сказала, я обожаю крупные украшения, и оно как раз таки крупное, африканское. И я не могла просто мимо него пройти, и мне пришлось его купить. Вот. Еще я купила такой вот ремешочек плетеный. Знаете, мне почему-то очень захотелось такой одежды, аксессуаров в стиле Коучелла фестиваля. И я набрала, да, такие разные себе почему-то топики, шортики, ремень, вот платьишки в каком-то таком более стиле хиппи, ковбойском, я не знаю. Бохо, что-то такое. Этот ремень, мне кажется, тоже к этому стилю подходит. Мне он очень нравится. Еще я купила такие вот очаровательные сережки. Тоже H&M. Я люблю крупные камушки. Но при этом они, в общем-то, не такие уж и крупные, эти серьги. Поэтому, мне кажется, их можно много, в принципе, с чем совместить. Но я их так ни разу еще и не одела, потому что не знаю, с чем же их одеть. Но, тем не менее, они очень красивые и мне нравятся. Также одна из покупочек находится сейчас на мне. Это вот это вот чудесное платье. Я давно на него тоже смотрела, ходила, это H&M. И сегодня я хочу вечером его надеть. Мне оно очень нравится. Очень красивое. Я люблю необычные наряды, красивые цвета, кружево. В общем, это все мое. И это платье тоже очень мое. Мне кажется, оно будет хорошо смотреться такой широкополой шляпой, с ковбойскими ботинками или сапогами. Но у меня их сейчас нет, поэтому я придумаю что-нибудь свое на эту тему. Now I've seen you, there is no way out. I can live without it, move without it. What do you say? Еще одна моя покупка — это такой вот кулон. Он называется пендант, кажется. Пендант? Я не знаю. Я просто прочитала это на упаковке. И там нарисовано, что нужно одевать его как бы вроде бы сюда. Он такой должен быть длинный. Мне кажется, его также можно одеть и на спину, когда у вас голая спина, тоже может быть красиво смотреться будет. Ну и в заключение видео еще такая одна покупочка, это рамка для фотографий. На самом деле это не для фотографий мне нужно, а я делаю сейчас доску визуализации, где просто делаю такой коллаж из картинок о чем-то, что мне очень хотелось бы, чтобы у меня в жизни исполнилось, или случилось, или было. Там, не знаю, у каждого свое. Я думаю, многие такие вещи уже делали, многие, может быть, будут делать.
Такие штуки советуют во многих психологических книгах, в книгах по саморазвитию, поэтому если вы тоже хотите развиваться, делайте такие коллажики с картинками о вашей жизни. Ну и если вам интересно, почитайте побольше об этом в интернете, как это все сделать, и что подобрать, какие картинки, и что же вы хотите в свою жизнь визуализировать. Смотрите на эти картинки почаще, и все у вас получится, если вы будете в себя верить. Ну, собственно говоря, это были все покупочки на сегодня. Надеюсь, что вам было интересно на них посмотреть. И ставьте свои лайки, оставляйте комментарии, что вам понравилось больше всего или что мне больше всего идет. И увидимся в следующем видео. Пока!